Накануне в Хасавюрте завершился 9-й межконтинентальный кубок по вольной борьбе. Соревнования посвящены памяти прославленных борцов 19 и 20 столетий. В течение 2 дней на ковер спорткомплекса имени Гамида Гамидова вышли более 150 вольников из 10 зарубежных стран. За развитием событий на турнире следила наша съемочная группа. Давайте поздравим Залура Угоева, который выиграл эту встречу со счетом 6-3. Второй год подряд хасавюртовец Заур Угуев завоевывает золотую медаль домашнего для себя турнира. Действующий чемпион страны, проведя на пути к финалу 4 поединка, проиграл соперникам лишь 1 балл. Во встрече за чемпионство ему противостоял земляк, победитель первенства Европы Абазгаджи Магомедов. Оппоненты обменивались результативными атаками, но действия Угуева оказались более ценными. Итоговый результат финала 6-3. Родной город обязан тут бороться. И только победой радоваться болельщикам, своих близких, родных. Все схватки я провел с вами же ребята из Дагестана. Все хорошо знаем, друг друга борьбу. Повторить успех годичной давности не удалось 19-летнему Разамбеку Жамалову. В прошлый раз спортсмен стал открытием турнира, а в этом году, сменив весовую категорию, уступил финалисту Рустаму Гаймасову и был вынужден искать счастье в утешительных поединках. Сильно хотел повторить это. Не получилось, значит, было суждено быть третьим сегодня. На выносливость хотел загнать соперника, так как физически не хватает, они меня ломают. И я как-то загоняю, не останавливаюсь, работаю. В этом весе на высшую ступень пьедестала поднялся Агагусейн Мустафаев из Азербайджана. Его партнер по команде Арсланбек Албуров победил в весовой категории до 97 килограммов. А в весе до 74 килограммов золотая медаль досталась Тимуру Бижоеву из Нальчика. Таким образом, дагестанские борцы, представленные на турнире отдельным составом, в первый день принесли в копилку команды лишь одно золото. Те ребята, которые недавно принимали участие в турнире Кадирова в Грозном, они, видимо, не восстановились, они там, где боролись, они и там выиграли. И неделя прошла, неделя поставить, чтобы заново старт принял этот. Это не одна схватка, а 4-5 схваток, которые они должны бороться на ковре. Межконтинентальный кубок проводится в Хасавюрте с 2009 года. Он пришел на смену мемориала Шамиля Умаханова, основанного еще в 1999 году. Официальное открытие посетили государственные и общественные деятели, почетные гости и звезды дагестанского спорта. В нашей семье мы здесь выросли, в этом городе. И нам очень приятно гостей встречать. Это наш Хасавюрт приезжают такие знаменитые борцы, тренера. Мы очень рады. Очень приятно таких спортсменов видеть, знаменитых, начинающих. Спасибо всем, что приезжают к нам в гости Хасавюрт. Делегаты от Объединенного мира борьбы и судьи олимпийской категории. Обслуживание встреч турнира полностью лежит на плечах арбитров с международной лицензией. По регламенту должно было 40 судей быть, а у нас около 55 судей. Всех желающих тоже мы не могли, конечно, но в основном все судьи, они высшие международные категории, и мы их подбираем, конечно, с регионов разных и так далее. А так к нам с удовольствием приезжают. Даже вот делегация 8 человек с Азербайджана международной категории приехали, хотя мы приглашали 4 человека. Во второй день турнира около 80 борцов оспаривали чемпионство в 4 оставшихся весах. Золотые медали завоевали хасавюртовцы Зелимхан Абакаров и Мурат Курамагомедов, махачкалинец Алихан Жабраилов и представитель Узбекистана Давид Модзманашвили. По традиции победители и призеры турнира получили денежные призы в размере 150, 100 и 50 тысяч рублей соответственно. Тренеры чемпионов получили по 50 тысяч. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Хасавюрт.